ценности, понимаете? Но нам сегодня мы видим, как в Европе, Европа объединяет все время по принципу ценностей. Не по принципу истории, не по принципу базовых моральных устоев, которые свойственны той или иной религиозной группе, а по принципу неких абстрактных ценностей. И, по-моему, вот это и есть причина, которой сегодня православие и ислам мешают этому развитому капитализму. Мы должны сейчас на секундочку прерваться. Хочу только защитить западных христиан.